Здравствуйте. И приветствую вас. В Беларусь даже просто написано, без разницы. И уже такая другая атмосферка. Неужели вы из России? Конечно. Да. Не может быть. Ну давайте, вы можете полить нас дерьмом, мы ждем. Я зачем? Ну все так делают украинцы, разве нет? Я против этого. Россия великолепная страна, я очень уважаю и с трепетом отношусь к вашему президенту. Первый человек, я россиянам, я вас перебью. К российским военным. А вы откуда? Город Харьков, меня зовут Александр. Ничего себе. У меня бабушка из Харькова. Ну вот, видите. Вы первый человек, который не полил нас дерьмом? Я, конечно же, ни в коем... Я против этого принципиально. Знаете, я очень удивлена. Так, так приятно даже. Я прям вообще, знаете, я очень удивлена. У меня, знаете, прям закололо внутри. Мне приятно, что я смог это вам сказать. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо большое, правда. Пожалуйста, пожалуйста. Вы такой приятный человек. Это надеюсь, абсолютно что... правда. Я не только еще приятный, я еще очень добрый, еще и умный человек. Да. Но спасибо. Меня очень часто ругают за это. Мне говорят, Александр, нельзя быть таким добрым. Не слушайте их. А я ничего не могу с собой добрым. Сделать. Нет, но это помогает в жизни. Потом, более того, как можно оскорблять братьев наших? Ведь мы же два братских да. народа. Да, так и есть. Но просто нас поливают такой грязью. А вы из какого говорят, города? Нам говорят, нужно вас резать. Вы из какого города? Я вообще с Ростова. Я с Курска. Это прям вот недалеко от Украины. Ну да, 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 да. Ну так я же говорю, у нас два братских народа. Украина, и Беларусь. Украина, Беларусь и Россия, конечно же. Да, 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 да. Вот. Поэтому, ну даже если вот, например, ну я не знаю, идет спецоперация, то это же не повод оскорблять, ну как говорится, братьев наших. Да. Ну, там, за братские бомбы, там, за братские грады, танки братские, бронетранспортеры, военных братских наших любимых. Это ни в коем случае нельзя делать. Знаете, мы очень удивлены. Мы вам искренне желаем, как бы, всего самого наилучшего. Ну, чтобы братская бомба, как говорится, рядом с домом не попала. Да. Я мы понял. Очень надеемся, что у вас все будет хорошо, как бы. Что это очень уместно с вашей стороны, да. Да, желаем вам самого всего наилучшего. Да, мы очень да. надеемся, скоро все закончится и все будет хорошо. Удачи вам и хорошего вам. Да, да, это замечательное да, пожелание. Взаимно могу вам пожелать тоже, да. Спасибо хорошо большое, до свидания. Всего вам да, самого да, да. До побачення, до наступного телепередачення. Саме так і є.